самые жестокие женщины по знаку зодиака. Людям свойственно проявлять жестокость и эгоизм под давлением внешних обстоятельств. Недоброжелатели или неприятные ситуации способны пошатнуть внутреннее равновесие каждого человека, а представительницы прекрасного пола могут быть особенно опасны и жестоки в порыве гнева. Ведущие астрологи убеждены, что дата рождения может стать главной причиной присущей человеку жестокости или, напротив, ее отсутствия. Рыбы. У многих людей рыбы напрямую ассоциируются с мечтательностью, ранимостью и легкостью, но это не помешало занять им третье место в топе самых жестоких знаков зодиака. Рыбы довольно противоречивые натуры. С одной стороны, им не по душе конфликты, и они стремятся всячески избегать их, но в то же время они чрезвычайно наивны и верят каждому слову, что становится причиной того, что они вновь и вновь наступают на одни и те же грабли. От природы женщин-рыбы действительно меланхоличны, но многократные разочарования в людях превращают их в капризных и грубых личностей. Таким образом, они просто хотят защитить себя от боли, которую могут им причинить снова. Для них характерно долго таить обиду, но в один прекрасный момент внутренние обиды выходят наружу, и только неизвестно, на что способны рыбы. Представительницы прекрасного пола, родившиеся под этим знаком зодиака, способны отравить жизнь любому при желании. Сначала они топят себя, но вскоре обязательно потянут за собой врага. Примечательно, что у рыб собственное искаженное мировосприятие. Вероятно, что их враг даже и не виноват ни в чем. Скорпион. Представительницы восьмого знака известны как притягательные, яркие личности, обладающие трудным характером и железной силой воли. Для них характерно впадать в крайности, любить до потери пульса, ненавидеть всей душой. В обществе существует стереотип, что скорпионы могут без серьезных оснований накинуться на человека, но это совсем не так. Скорпион – водный знак, что сделает его представительниц чрезмерно эмоциональными и иногда эксцентричными. При желании женщина-скорпион способна максимально изощренно отомстить, но для нее этого недостаточно. За внешней хладнокровностью и независимостью скрывается ранимая и чувствительная натура, которая хочет быть понятной. Они боятся, что, заметив их внутреннюю обидчивость и уязвимость, недруги воспользуются этим и обернут против скорпиона их же слабость. Под горячую руку женщин, родившихся под этим знаком, часто попадают даже самые близкие люди, которые ни в чем не виноваты. Это связано с тем, что у скорпионов своя истина, и они не намерены пересматривать свои взгляды в угоду другим. Если так случилось, что кто-то стал причиной расстройства женщины-скорпиона, то обидчику стоит быть готовым к ответному удару. Представительницы этого знака будут бить по самым больным местам. Они используют слабые стороны врага против него, то есть сделают то, что так боятся, что кто-то сделает с ними. С ними очень трудно договориться. Это тот случай, когда извинений будет недостаточно. Женщина-скорпион успокоится только тогда, когда утолит свою жажду мести. Козерог. Представительницы 10-го знака заняли почетное первое место. Их сила не в том, что они будут за спиной у врага плести интриги и придумывать изощренный план мести. Также они никогда не станут истерить перед обидчиком, тем самым не позволяя ему почувствовать превосходство над собой. Главный их козырь – умение контролировать свои эмоции. Для них не характерно поддаваться эмоциональным порывам. В обществе таких называют «железная леди». Женщины-козероги никогда не сломаются из-за козней со стороны недоброжелателей. Земному знаку характерна выносливость и непоколебимость, что выделяет ее среди большинства других знаков, которые обделены этими качествами. Для них не чуждо понятие «холодный расчет». Они не любят говорить о пустяках. Для козерогов главное – собственные цели и амбиции. Козероги не тратят свое время на мысли о врагах и о способах совершения мести. Они считают их недостойными этого. Такая женщина легко пойдет по головам, если это будет требовать ситуация. Некоторые астрологи к числу жестоких знаков также причисляют стрельцов, раков и овнов, считая их также способными на жесткую месть и холодный расчет. Друзья, право верить звездам или нет, оставляем за вами. Не забывайте про подписку, лайки и комментарии.
Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо! Вы были на канале «Гороскопы».